Давно стоїть, я розкажу. Ви то недавно прийшли, да? А самые первые с ночи, да? Ну, не знаю. Там на третьем этаже. Сколько, что ли? А мы стоим на втором этаже, да? Целый этаж. Сколько там? Человек 100, наверное, да? Там больше такая ручка. Два ряда стоят. Да, сюда постоянно. Я пройду перед. Ой, пардон. Можно я попробую это снять все? Безобразие. Скажите, вы стоите здесь? Да. Со скольки часов стоите вы здесь? С 8. С 8, да? Некоторые вот даже 7 часов. Это написано, но не показано. Вон, консультант. Спокойно. Я убью. Так, вот он. Вы со скольки очередь заняли? Вы хотите понять, первая? С 5 утра, да? То есть то не первая. А, вы не первая, да? А перед вами сколько человек было? А вы откуда корреспондент? Мегакинос.ру. Как бы по списку 15, но, а в наличии один в Зенит. Так, все-таки список есть какой-то, да, у вас? Ну, я когда неизвестный список. Никто его не видел. Но говорят, такой есть. 15 человек. Здесь, понимаете, информация вообще совершенно меняется. Здесь еще пункты. Мы не успеваем следить за этой информацией. Нет, так если список есть, в нем записан. Нет, я приехала в 2 часа ночи, я уже 25. Сегодня, что ли? Конечно. Которые первые машины сидят вот там. 2 часа ночи, 25. Живая очередь. Здесь человек 80 уже. Список засекречен. Туалеты-то открывают неизвестно когда. Им уже обоссали, извините. Все заборы и все деревья. Понятно, да. Тут повадки не разбивают еще пока, да? Что? Можно я пройду вот сейчас? За деньги. Так включение хорошо. Мамик нарушается. Все закрывают же. А закроются ровно. Разрешите пройти дальше. Девушка, перестаньте здесь. Давайте в порядке очереди. Лен, мы там первые. Мы первые. Первый, шестой. Да разрешите пройти. Все идут. Шестой, в первом еще. Вот,
Лен, мы там первые стоим. Вы работаете первый кабинет? Да. В Якушеву не надо писать. Камеры выйдите, пожалуйста. А, все. А чего такая паника-то? Вот вроде все стояли по очереди, заняли. Почему вот так, ну, суета такая, от чего образовалась? Из-за того, что вот есть некоторые люди, которые вот якобы заняли очередь с утра, да? Вот, да, пришли, и как бы говорят, что у них еще 10 человек есть. Да, а их нету. А они на входе стоят и предлагают как бы за деньги там, там первым, вторым, третьим, шестым, вот так вот так. Вот из-за этого. Как бы люди здесь занимают очередь, да? На площадке. А потом приходит один человек, говорит, я тут в 10 утра здесь стою, у меня 10 человек, там вот все, и они тут все в шоке. И вот из-за этого паника бывает. Мы не пустим там, у меня я с ребенком, там они с ребенком, у меня сидят, не будут, короче. А предлагают сколько денег? Ну, насчет денег я не спрашиваю.